Петьки, съемок с мальчиком, вы на канале Шилка Прятка. Так, закончилась у меня вот такая мицеллярная вода, Beauty Simply. Пока она была до сюда где-то использована, она мне очень нравилась, она очень хорошо смывала макияж, даже водостойкий. Но как только ее стало чуть-чуть больше половины, она мне перестала нравиться. Я ее тратила только для того, чтобы просто умываться. Стоит ли смывать мицеллярную воду, которая не требует смывания? Смотрите, не требует смывания водой. Смывать мицеллярную воду нужно обязательно, если вы смываете макияж, и можно не смывать, если вы используете воду просто для умывания. Очень хорошо она справляется, если вы просто хотите очистить лицо без мыла. Очень хорошо работает на проблемной и жирной коже. Кстати, пока ее вот столько не было в банке, и я смывала ей только макияжа, она, когда попадала в глаза, глаза никак не реагировали. Как только ее было где-то половину, она начала, когда попадать в глаза, застилать глаза как будто бы такой пленкой. И то есть на какое-то время вы немножко теряете зрение, это неприятно. Для глаз она не идеально подходит. Вот здесь, смотрите, нам обещается, что глаза, лицо, губы, все можно смывать. Насчет того, что она омолаживает, осветляет, это неправда. Она не омолаживает и не осветляет. Просто она излишне не сушит кожу. И будьте осторожны, 400 мл это вот такая здоровенная бандура. Это, естественно, выгодно, это, естественно, дешево. Покупала ее в фикс-прайсе. Вот посмотрите, как она будет стоять на вашей ванной полочке, когда она вот такая огромная. Это очень неудобно на самом деле. Наконец-то она закончилась. Поначалу очень нравилась, думала, хватит очень надолго. Но когда я стала ремываться, естественно, она очень быстро ушла. Эта банка очень неудобная. Кстати, один из главных минусов дозатора, очень неудобный. Он проливает. И сразу, с первого самого применения, у меня вот так вот порвалась крышка. Тоже определенное неудобство. Когда я смывала макияж с глаз, я использовала ее с ватными дисками. Просто умываться можно в целом и не тратя ватные диски. Поначалу я именно с ватными дисками тоже умывалась. Но я думаю, что это не обязательно. Можно и капельку брать на руку, и потом распределять по лицу, а потом просто промакивать полотенцем. Кстати, это очень важно, чтобы вы полотенцем не терли лицо. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, смотрите мои другие ролики, подписывайтесь на канал. Всем пока!